С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут Паралимпийские игры. Сборная команда Казахстана выступит в 9 видах спорта. Было завоевано 33 лицензии. 44 спортсмена будут представлять сборную команду Казахстана на этих играх. Ахмолинская область будет представлена в составе национальной сборной команды тремя спортсменами. Дегтярев Давид, пара пауэрлифтинг. Гапасов Еркин, пара стрельба. И Муратбеков Амир, пара плавания. Пожелаем нашим спортсменам удачи, успешного выступления на данных соревнованиях. Вся подготовка прошла на хорошем уровне. Я думаю, что спортсмены порадуют наших болельщиков.